все-таки фиксируем сегодня одно, что мы объявили, что у нас, к сожалению, идет начало новой волны заболеваемости большого количества. Мы видим, что происходит за рубежом, мы видим, что уже происходит в Москве. На прошлой неделе я был сам в Москве, видел обеспокоенность руководства мэрии. Поэтому сегодня мы, конечно, фиксируем ряд предупредительных мер. Конечно, это для нас тестирование. Сегодня мы упали ниже 300 случаев на 100 тысяч населения. Поэтому у нас где-то 257. Нам нужно точно наращивать тестирование. Это дает объективную картину. Второе, конечно, это готовность лечебных учреждений, стационара, амбулаторных больных. Мы сегодня провели, сегодня мне проинформировали Минздрав и все соответствующие службы о том, что сегодня резервы есть и по линии средств индивидуальной защиты, и по линии запаса медикаментов, и запаса кислорода в жидком газообразном состоянии. То есть сегодня нужно точно сберечь персонал лечебных учреждений, провести комплекс профилактических мероприятий, то есть вакцинация, это, ну, одно из условий. Мы детально будем просматривать, мы еще неделю вот эту формируем такую коллективную повестку, связанную с телефоном обратной связи. Я выбрал 6 направлений, которые сегодня должны работать. По линии здравоохранения, по линии образования, по линии муниципальных работ общественного транспорта, ну, по линии каждого жителя. Конечно, я обращаюсь к жителям. Здесь нужно понимание, как мы и говорили, по четвертой волне объединения. Мы прекрасно понимаем, что общественный транспорт сегодня в такой зоне риска. И для нас очень важно сегодня, конечно, это и социальная дистанция, если, конечно, допустим, но и ношение масок – это обязательно. Сегодня вся медицина говорит, что это одно из способов, ну, обезопасить себя. В этот период я хотел бы, чтобы жители с пониманием отнеслись к тем мерам, которые будет проводить правительство Иркутской области. Мы будем, конечно, проводить ее точно, внимательно, есть уже наработан опыт, но в любом случае многие вопросы, это новый штамм, мы его не знаем, как он ведет, он скоротечный, не такой, имеет невысокую летальность, но надо это все смотреть, мы это не знаем. Поэтому, конечно, я буду прислушиваться к мнению специалистов, будем, так называется, выходить на штабной режим работы, где формировать, ну, повестку в ближайших нескольких недель.